Дорогу вокруг сквера Юбилейный полностью обновят. На этой неделе стартовали работы по замене бордюров, а уже на следующей начнется второй этап ремонта дороги. Рабочие приступят к фрезеровке асфальта. Это снятие старого асфальта, поднятие люков и укладка нового дорожного полотна с нанесением дальнейшей разметки. Это на следующей неделе. На этой неделе мы постараемся установить полностью борты по данным улицам. И, я думаю, в конце недели, в начале следующей уже будет проводиться фрезеровка данных улиц. Работы пройдут на улицах Калинина, Чапаева, Кирова и частично затронут участок Московской улицы напротив администрации. Перекрывать планируют каждую полосу поочередно, поэтому проезд по улицам будет возможен. Все работы планируют завершить к началу лета.